Всем доброе утро. Мы с вами по-прежнему в поселке Лазаревское и идем гулять. Сегодня постараюсь охватить большую площадь в плане того, что я выбрался за железную дорогу. Практически уже я не знаю, что, как это оценивать. Прям диверсия какая-то. Шпионская работа. Но показывать вам что-то надо. Поэтому будем немножечко аккуратненько рисковать. И вот перед нами Эвелин. Один из красивейших домов. Парк-отель. С бассейном. Даже со своим маленьким аквапарком. Там внутри. Ну, увы. Аквапарк мы не увидим. Мы топаем на аэродром. Сравнительно недавно, я имею в виду большой временной промежуток, что такое 50, 60, 70 лет, здесь еще был, ну когда, по фильму мы знаем, что в 71-м здесь еще был действующий аэродром. Но сейчас вот такая вот частная застройка. Застройка, я вам скажу, неплохая, красивая, мне даже очень нравится. Есть вот дворики отличные, вот смотрите, большие. Ну, аэродром там большой, прямой, не в горку никуда, поэтому здесь и дома такие соответствующие, участочки хорошие нарезали. Я уже говорил, что у меня как бы есть немножечко претензии к архитектору города Сочи, Лазаревского, не знаю, как он там, один центральный или у нас свой тут. Ну вот именно вот в этой части еще более-менее нормально. Тут прямая дорога, есть тротуар, можно пройти, не рискуя, хотя дорогу я, наверное, сделал побольше, так как домов тут, слава богу, машин, соответственно, тоже, можно было бы расширить дорожку. Даже чуть-чуть, возможно, за счет тротуара, так как тротуар тут почти с дорогу. Хотелось бы, чтобы плитка была одинаковая, не на одном квадратном метре, раз, два, три вида плитки. У нас, смотрите, есть столовые, и шашлыки, все. Все рядом, все близко. Дома действительно красивые. Этой улице мы с вами гуляли. Я помню, что-то искал, какой-то дом. Там мы тоже гуляли. Ну, наверное, обратно мы пойдем вдоль реки. А сейчас прогуляемся по улице. Я даже не знаю, какая это улица, если честно. Потому как названия у этих улиц могут быть разные. Как мы с вами помним. Ну, все, кто смотрел старое мое видео, помнят, как я ругался в нецензурной бане, когда искал один из домов. Вот, смотрите, один из больших дворов. Такой хорошенький, по лазаревским меркам. И якорь у него тут. Какое-то судно осталось без якоря. Но зато красиво. Перед двором видите парковка. Я не знаю, наверное, специально так люди оставили. Там три тротуара, парковка. Вот, пожалуйста. Заехал, поставил свой автомобиль. Что в наших условиях, я имею в виду условиях Лазаревского, это очень удобно. Потому как парковки — это головная боль поселка. Вот, их никогда не хватает. В летний период точно. Да и зимой в центре. Иногда приезжаешь куда-нибудь на той же улице Победы, поставить машину просто негде. Но это уже улица Тормахова. Как я вижу, Тормахова 18. Это все частные дома. Они же
гостиницы. Все тут вместе. То есть тут живут их сами хозяева и сдают их в летний период комнатки. Ну, вообще здорово, если честно. Все мне нравится, очень красиво. Ну, единственное, только как бы вот есть определенные разногласия в архитектуре. Вот, смотрите, шикарный домик. Красивенький, маленький такой. Кстати, если вот там вот еще была улица Тормахова, то это уже улица Добрая. Вот, как бы, решайте сами. Какая вам улица больше нравится? И вот мне нравится тоже заборчик. Я не помню, даже, кажется, я уже показывал. Этот тротуар перед домовладением. Идешь, идешь, идешь. И тут как бы вот тебе заборчик. Выходи на дорогу. Очень добрая улица. А вот еще парадокс. Добрая, 41. Проходим 2 метра. Тут уже Тормахова 3/V/2. Тоже прикольно. Решение. Не удивлюсь, если дальше будет через метр какая-нибудь улица Согласия. Нет, тут, слава богу, тоже Тормахова. Все для торговли. Здесь у нас раньше занимались продажей кассовых аппаратов. Сейчас вообще всем для торговли. Часть поселка. Тут вообще чуть ли не элитные такие домики в европейском стиле. Очень красиво, очень мне нравится это. Все это тоже улица Тормахова. Во многих домовладениях, кстати, есть бассейны. Вот те дома, которые подальше, они, у них тут просто по площади, как вы понимаете, побольше гораздо. Соответственно, они имеют возможность сделать бассейны. Ну, честно говоря, это даже хорошо. Иногда лень бывает ходить на море. А так вышел, нырнул, полежал. Хотя, с другой стороны, чем вы сюда едете? Вы едете отдыхать, природу посмотреть, на море сходить, а не в бассейне. Так что, наверное, все-таки бассейн — это очень хорошо. Вечерком можно, а вот днем надо куда-нибудь сходить, погулять, отдохнуть, что-то посмотреть. Вот новый домик, я так понимаю, его еще строили, когда я был здесь последний раз, давным-давно. Вся улочка. Опять этот ветер. Тоже интересно, домик большой, двор достаточно. Да небольшой, тут огромный двор. Смотрите. Там уже залита площадка под еще очередной домик. То есть тут будет 2 дома. В этом будет жить прислуга. А вот там он большой. Там будет жить барин. Шучу. Скорее всего, это будет дом хозяина и дом для гостей. О, шли-шли по Тормахова, а теперь у нас Сияново. И такая дребедень. Целый день. Как так может быть, я не знаю. Вон, с одной стороны Сияново, другой Тормахова. А мы завершаем нашу прогулку именно по этой улице Сияново-Тормахова. Еще какая-то там. И выходим на территорию старого аэродрома. А, Добрая. Одновременно еще Добрая 30. Архитектор, блин. Вот мы этот опыт. До мест, где человек пока еще сильно не повлиял. Ну, если только что мусор накидал. Слева от нас прям красавец жилой комплекс семейный,
Вот он. Ну а справа у нас речка. И куда мы с вами пойдем, я пока еще не знаю. И решим мы это уже в следующем ролике. А пока общий обзор улиц Сиянова, Доброй и Тормахова в одном флаконе. И говорю вам до свидания, до следующего ролика.